12 июня, в День России, в связи с проведением праздничных мероприятий, будет запрещена парковка и ограничено движение транспорта, кроме общественного, по улицам Красноармейская и Вилоновская, между улицами Галаксионовская и Чапаевская. По улице Чапаевской, от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской и по улице Шостаковича, от улицы Фрунзе до улицы Чапаевской. Вход на площадь Куйбышева будет открыт со стороны улиц Вилоновская и Красноармейская.